Мы были, Володька просто отдыхает, мы были в Инладе и в Весеннем. В Весеннем я взяла хлеб, на сей раз он немножечко пригорел. Ну, она кажется, что она зарумянившаяся корочка, но у нее привкус горелый. Вот в чем история. То есть кажется, что вот он либо предыдущий Вовчик купил, что такое, таракан какой-нибудь. Короче, в прошлый раз Володька купил хлеб такой же точно, но очень-очень белый такой. И ну вот он был какой-то как размокший, как непропеченный. И внутри были такие кусочки, вот режешь, мякоть, раз, и комок такой большой, какой-то вот, ну неприятно, я не хочу есть, вот встретила вот этот вот комок какой-то. Я понимаю, что они, скорее всего, старый хлеб размачивают и добавляют в тесто к новому эти мякиши, но тем не менее, это ужасно. В общем, вот такой вот, и я бы, наоборот, да, румяная корочка вкусная, ну нет, вот если бы она горела, мне отдавала. И еще сегодня мы заметили в Винлабе, что сделали сухарики из пасок. Ребят, ну паски пекли месяц тому назад, даже больше. Я не знаю, мне не очень приятно было бы это есть. То есть это заведомо какое-то вот оно старое, высохшее, там может быть плесень. Я все-таки сухарики дома, в духовочке со свежего хлебчика или с батончика вообще за милое дело. Но вот это не хочу. Вот из пасок старых есть сухари. Что еще? Что я взяла в Весеннем? Вот такое пюре картофельное с сухариками. Иногда люблю такой фигней побаловаться. Но беру только с сухариками. Я не очень... Я, конечно, буду есть. Ну, открой дверь коту. Но я не очень люблю с, там, с соусами, с курицей, там еще с чем-то. Потому что там, ну, какие-то... Или просто сливочное. Сливочное, ну, никакое. Ну, как молочное какое-то, как питание детское. С курицей, с кусочками с этими. Оно тоже невкусно, оно неприятно. Вот эти кусочки, как... Ну, я не знаю, они мне грибы напоминают, какую-то сою, что-то. Ну, это невкусно, короче. А вот такое мне нравится с сухариками. Очень редко я такое ем, но иногда ем. Я взяла два вот таких кофе. Один вот такой вот кап. Один такой, один такой. Продавщица еще говорит, типа, вы точно вот так выбрали? Я говорю, да мне вообще все равно. Мне все равно. Переходим к покупкам из Винлаба. Взяли вот такой вот сок, фруктовый сад. И на сей раз у нас уже будет Карл. То есть у нас уже есть парочка Боб и кто? Боб и Фил. Еще парочка Боб и Фил. Еще один Боб. И вот в нашей коллекции появится еще и Карл. А с Карлом у нас сок. Давайте я сама посмотрю. Апельсиновый, что ли? Новинка. Миньоны, грювитация какая-то. А написать, с чем сок, не судьба. Мультифруктовый.